Это кишмиш Joy американской селекции Университета Арканзас. Обладает высокой морозостойкостью. По данным оригинатора, выдерживает морозы до минус 25 градусов. Высокая устойчивость к болезням. Созревает в наших условиях примерно в 20-х числах августа. Способен к высокому сахаронакоплению. Грозди 250-300 грамм. Ягода 3-3,5 грамма. Очень хорошая, съедаемая, достаточно тонкая кожица. И хорошая... Ощущение мякоти. Мякоть плотная, не слизистая. Вкус у него фруктовый. Подходит для потребления в свежем виде и для сушки. Рудименты примерно на второй класс.